Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков и на канале MyGT.ru. Небольшое превью про бренд Absco, который мы ввели в наш ассортимент пока что на наши маркетплейсы в эту неделю. Люди начали спрашивать, поэтому придется сделать небольшое превью, потому что полноценно про бренд я расскажу чуть позже. Для этого материала сейчас мы как раз готовим. Бренд Absco производит Саудовская Аравия и имеет непосредственнейшее отношение к ExxonMobil. Во-первых, они для ExxonMobil производили продукцию очень много лет. И сейчас они являются, по трактовке, вот, которая на сайте, и у ExxonMobil, кстати, тоже перекрестные есть, они являются стратегическими партнерами ExxonMobil в регионе, во всем полностью. Они занимаются топливами, занимаются топливом там, для авиации и так далее, занимаются топливом просто обычным, и занимаются производством масла. Они масла для Mobil делали огромное количество времени. Вот, сейчас они делают бренд еще Absco параллельно в регионе, развивают его. Дилерство мы получили уже, мы сейчас подписали уже договор, да, вот, и станем дилерами по Сибири. Бренд для меня очень интересен, потому что, во-первых, он непосредственное, вот еще раз напомню, непосредственное отношение, а не какое-то непонятное, имеет к ExxonMobil. Во-вторых, это те же самые технологии, например, там по антифризам, которые мне интересны, это Dobe. Антифризы, это технология Dobe, присадки, Dober Additive, они производят присадки крутейшие, для пик, для Caterpillar, там, для Preston и так далее делают присадки, это крутые производители. Вот, и антифризы у нас сейчас уже есть в ассортименте в трех вариациях, есть готовые к применению антифризы, зеленые, и красные, есть концентрированные антифризы 100%. Вот это все появилось уже у нас на наших маркетах. А с наших складов непосредственно отгрузка оптовые мы будем производить уже, наверное, через пару-тройку, через месяц примерно. Там, до Нового года, короче говоря, у нас появится у нас в складах, и можете уже запросы делать оптовые к нам в регионе, если вы находитесь. Пока что ассортимент очень ограниченный мы добавили, потому что просто привезли образцы, по сути дела. Вот смазки такие вот интересные делают. Там в Саудовской Аравии это принят такой вот форм-фактор смазки. Это NGLA-2. Вот 5.30 сейчас пока что мы везли 5-литровые канистры. SL еще спецификации, древние, да. Но посмотрите свой мануал и просто проникнитесь в то, что у вас наверняка указан там SL, либо там максимум SN, а может быть даже SG. SN-ку, полусинтетику. Просто привезли образцы. Еще раз скажу, что этот ассортимент, эта матрица, которая сейчас у нас есть на маркетах, она ни о чем, потому что это просто образцы продукции. Вот поэтому, если есть возможность, если вы слышали про бренд, можете попробовать пока что купить у нас, но более подробно я расскажу чуть позже. Итак, коротенько про это рассказал. Это у нас сейчас уже есть на маркетах. Сейчас мы ждем поступления товара и ждем добавления и пополнения матрицы у нас на наших маркетах. Вот, поэтому будут анонсы еще дополнительные. Пока что вот как-то так. Пользуясь моментом, я размещу в описании к этому видео TDS-ки на те продукты, которые у нас есть уже на маркетах. Я размещу сегодня, сейчас размещу в форме RAR-файла. Просто скачайте архив, если кому-то интересно. И у нас еще уже есть анализы ГСМ-овские, по-моему, из ГСМ, да. Анализы уже есть, там пара анализов. Тоже размещу до кучи. В папке, если кому-то интересно покопаться, порыться по бренду, можете скачать архив и просто посмотреть самостоятельно. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Ждите анонса по этому бренду, потому что он будет обязательно. Всем пока!